Сегодня у нас 4 октября 2023 год. Вот ближе к обеду уже. Уже, вернее, обед у нас. Вот. Тут брат Николай Георгиевич что-то ремонтирует. Крючки делает. Он делает крючки на этот дом. Тогда для меня тоже такое сделай, там мне кое-где надо будет. Все серьезно делать. А я-то того там. А чего вы голубей-то не выпускаете? Не выпускаю, ястребы летают. Эти маленькие соколики там. Вчера еду оттуда на велосипеде, ну, близко к дому. И говорит, мелкий пух. Пух так этот не бывает. Который у нее под пушник на зиму. Откуда? Это что-то случилось. Обратно поехал. Лежу голубь задратый. Ой-ой-ой. Голову оторвал и растерзал его. Смотри, что было. Это нынешний выводок. Вот почему. Никак нельзя. Одно время я даже с ружьем караулил, отпугивал их. Ну никак нельзя. А это вот этому дай. Так, у вас топорик есть? Нету? Да отрублю кого крылышки ему дам, он съест. Глянь, как он смотрится. Вот он сейчас прятать начнет что-нибудь. Ну-ка. Все, поволок. Ой-ой-ой. Он сейчас еще не даст мне. Я маленько потереблю его. Вот такая штука. Никак нельзя. И вот в городе особенно там стрелять нельзя. А он вот так только вылетит. А которые самые такие породистые, они кувыркаются. Вот, я говорю, хулиган гонится за какой-то там балериной. А она начинает перед ним лебединое озеро. А он ее за уши домой. Вот такое дело. У меня сколько раз это было. Я приезжаю. В окно-то гляжу, здоровый ястреб, а у меня лестница голубам лазить. Она не на чердаке, чердак. Он не целиком берется, а отдельно там для голубей-то. И он сидит. Что делать? Мы сделали крест из, ну, обрезной досок-то. Восьмиконечный. Он вот такой высоты. Два священника у нас были. Люди видели. Водой освященный. Подожди, он начинает оперебрять. Ты видишь, он как мастерский. Настоящий волк. Гляди. Сейчас я они сейчас это отрублю. Гляди, он прям. Он мясо не затрагивает. Ему надо оторвать это. Ну и они крест поставили, там тополя идут. А от рожек отоби. Ну и в ветвях. Сколько раз видели, ястреб летит вот так вот. По этой линии. Ни разу не перешел эту линию. Во времена Златоуста паломники говорят, ходить нельзя. Тут лев, говорит, прямо. Ну, помолились, а там крест поставили. Долго не слышит, какая-то вонь идет. Пошли, он дошел до креста, где-то там сдох. Поэтому я надеюсь на Бога. И еще делать. Сейчас я ему сделаю как надо. Это вчера у меня потеря уже была. Даст он или нет? Так, подожди маленько, подожди. Подожди, говорю. Постой. Ну я уберу ненужное, так крылышки уберу. Да что ж такое-то делается? Да я ж тебя кормлю, и ты со мной так. Ну-ка дай. Дай. Шарик. Шарик. Да хороший ты такой, а породистая дворняжка. Ну дай. Это хорошо, оторвался. Вот. Еще и за этим крылом еще пошел. Сильно любит это. Ну, дай я сделаю, чтобы тебе меньше было пуху-то. Шарик. Ну дай. Да он сам разберется. Вот все, вытащил. Вот ты какой.
Он соскучился по мясу. Мясом-то не кормим, так? Мясо не кормим, да. Это ты прав. Вот это вот что-то подметать где-то можно. Это очень чистое. Возьмешь? Нет. Он даже пух ест. Как съел? Пух ест, пух. А так где, куда дел того? Он где-то его спрятал. Да вон, вот лежит, чурки лежит. Ой, да хороший шарик такой. Надо, чтобы как только положим, я сразу его отдерну. Ну, еще такое. Все. Подкараулил шарик. Подожди. Все. Ой-ой-ой. Ну вот это что сделаешь-то теперь? Ну надо же, как любят. Что значит посты не соблюдает? Ну, вот. Можно будет заметать. Притом это не пропал, а погиб. Это сегодня у нас 4 октября? Да. 4 октября 2023 года, среда. Наш во вторник погиб голубь. Почему? Он уже дня 3 лежит там возле дороги. Да? Да. А ты видел? Ну, конечно. Вы же видите, он сухой уже. Сухой. А что ж не сказал? Так вы каждый день мимо него проезжали на велосипеде. Я не пойму, у вас слова так за золото или что. Ну, только сказать, что там лежит голубь. Мы мимо с вами проезжали, вы говорите, голубь лежит. Вы сами Нет, его увидели. Я сказал, говорю, кто-то погиб здесь, не голубь. Я не видел его. Обратно поехал, увидел, поэтому принес. Не видел я его. Не знаю. Я бы не оставил его там лежать. Это да? Дикий голубь-то, это не ваш голубь-то. Мой, на первый, который дикий у меня там, да. Я их подкармливаю. Ну. На первой голубятне. Они выводят там. Смотри, что делает. Нет, брат, не уговоришь. Все-таки натура у него такая, мясоедная. Плотоядное животное. И дальше. Прям по всем правилам это делает. Как будто бы это живет в лесу где-то. Ну ладно. Это я где-то подоткнул. Все, слава Богу за все.